Всем привет! Вы на канале Ростиксона, а я его ведущий. В этом ролике вы узнаете особенности токена HML и его детальный разбор. HML — это блокчейн, созданный для дешевых, безопасных и высокоскоростных международных платежей между частными лицами и организациями. Она используется для облегчения трансферов между активами. Стиля стремится облегчить эти переводы за доли копейки, стремясь при этом быть открытой финансовой системой и обеспечить людей с любым уровнем дохода доступом к недорогим финансовым услугам. Этот ролик выпускается при поддержке одного из ведущих криптовалютных бирж Gate.io. В этой бирже вы можете торговать множеством криптовалют, которые нет в других платформах. Как покупать монеты в этой бирже, чуть позже вам расскажу. Так что смотрите видео до конца. Собственная цифровая валюта сети и стиля называется Lumen или же HLM. Для защиты от спама существует требование, чтобы каждый кошелек стиля содержал хотя бы небольшое количество люменов. С помощью Lumen пользователи могут отправлять друг другу любую валюту, автоматически конвертируя ее в любую другую. Стиля также поддерживает смарт-контракты. Основной сети Stellar является Stellar Consensus Protocol, который его создатель Дэвид Мазер назвал первым доказуемо безопасным механизмом консенсуса. Он использует архитектуру федеративной системы византийских соглашений. В процессе генерации блоков и проверки транзакций участвует множество равноправных вычислительных узлов. По данным на сентябрь 2022 года, в блокчейне Stellar работает около 40 активных валидаторов. Из них 3 принадлежат SDFI, остальные 2 десяткам организаций, в том числе криптовалютным биржам, на которых торгуется монета HLM. Таким образом обеспечивается децентрализация и безопасность сети. Благодаря описанной архитектуре, блокчейн Stellar может обрабатывать более 1000 транзакций в секунду, со средним временем подтверждения одной транзакции не менее 5 секунд. А где можно купить этот коин? Я лично пользуюсь Gate.io. Есть несколько причин, почему выбирать эту биржу. Во-первых, интерфейс проекта очень понятен. Во-вторых, большой выбор торговых пар, адекватная торговая комиссия, наличие мобильного приложения и есть куча других преимуществ. А также еще один плюс. Переходя по ссылке в описании, вы получите 20% скидку на торг комиссии. Биржа очень крутая, так что работать с ним определенно стоит. Какие его достоинства? Биржа входит в топ-7 самых лучших бирж в криптомире и имеет положительный бэкграунд. Чтобы начать торговать, надо пройти легкую регистрацию, а именно заполнить стандартную форму и подтвердить почту. Обязательно запишите данные, чтобы не забыть. Чтобы начать торговать, надо пополнить баланс через криптокошельки или карты. После переходим в классическую торговлю и покупаем монеты, которые хотим и которую мы изучили. На всякий случай подтвердите личность, так как это упростит работу с биржей, но KYC не обязательно. С точки зрения рядовых пользователей, переводы HLM очень быстрые и дешевые, но не всегда удобные. Например, при пересылке криптовалюты на адреса централизованных криптобирж и других кассидальных сервисов требуется помимо адреса указывать специальную заметку мемо. Это дополнительный цифровой или буквенный код, который генерируется в кошельке. Перевод без мемо отправить можно, но биржи не смогут зачислить средства на нужный аккаунт. Еще одним важным следствием простоты эмиссии токенов стала возможность токенизации любых реальных активов, например, эмиссии стейблкоинов, привязанных к разным национальным валютам. Их свободная конвертация осуществляется с помощью якорей, доверенных финансовых организаций, которые обеспечивают свободный обмен национальных валют в токены и монет HLM и обратно. Их можно рассматривать как мосты между традиционной экономикой и сетью Stellar. В отличие от Ripple, Stellar изначально позиционировался как масштабируемая, быстрая и безопасная криптовалюта для расчетов между частными лицами. Чтобы сделать HLM ближе к частным пользователям и преодолеть барьер между криптовалютами и фиатными деньгами, Stellar Development Foundation заключила немало партнерств с платежными системами по всему миру, особенно акцентируя внимание на Африку, Азию и Южную Америку.
Если вас интересует рынок криптовалюты, тогда подпишитесь на телеграм-канал Ростиксона. Там публикуются посты, в каких мероприятиях он участвует и не только. А также на его канале вы увидите новости криптомира. Ссылка находится в описании, переходите, подпишитесь.